Покуль уборочная у самым разгары и комбайнеры працуюць на палетках, супрацоўнікі областной сельскагаспадарчай досведнай станцыі рыхтуюцца до наступнага года. На прадпрыемстве займаюцца вытворчасцю элітнага насення зерневых і зернебабовых культур не толькі для гаспадарак Гомельскай вобласці, але і іншых рэгіёнаў. Станцыю наведалі нашы корэспандэнты. Областная сельскохозяйственная станция не выпадково размещена в Рогачевском районе. Агроклиматичные умовы отповедают средним по Гомельской области. Что дает возможность дать докладную оценку по максимально эффективному использованию всей земли региона. У приватности на предприятии занимаются вытворчеством элитного насения зерневых и зернебобовых культур. Гатунковый состав изменяется что год. Например, опошние выпробования прошли 150 новых гатунков озимых и яровых культур. Для глебы Гомельской области подошли то только три. Новейший сорт – это «Динамо» белорусской селекции, который на сегодняшний день дает 6 тонн с гектара. Он 3 года как районирован по всей Республике Беларусь. У нас зарекомендовал сегодня хорошим перезимовкой, хорошего качества зерно, высокой урожайностью. И 100 гектар есть. То есть в пределах 500 тонн семян. Мы можем, наверное, получить 400-500 тонн семян, что пойдут для семеноводческих хозяйств в Гомельской области. Важным накірунком деятельности предприятия является селекция насения бульбы. Спочатку проводят деталевый анализ у лаборатории на выявление вирусов. Захворывания могут привести до страт урожайности у 30-40%. Естественно, все результаты должны быть отрицательные. Там небольшие проценты допускаются. Например, на питомнике предварительного размножения и питомник первого клубневого поколения там разрешаются только легкие вирусы 4,5%, тяжелые только 0,5%. На супер-супер-элите разрешаются только 9% легких вирусов и всего 1% тяжелые вирусы. С пробирочных рослин у тепличных умовах отримливается полновартостный посевный материал. Тут забеспеченный оптимальный температурный режим. Компьютер регулирует полив у залежности от вильгати глебы. И еще один накірунак деятельности досвідной станции – подрыхтовка посадочного материала для садов. Мы еще проводим и опыты по саженцам, которые в наших условиях, как они выносят нашу температуру. Потому что такие саженцы, как, например, южные, которые мы здесь у нас пытаемся выращивать, это абрикос, персик, вот такие мы тоже проводим опыты, и потом, соответственно, которые более устойчивые, мы потом уже пускаем реализацию. Науковое доследование супрацовников досвидной станции сегодня позволяют удосконаливать системы землеробства региона и отримливать максимальный прибыток у галине сельской господарки. Дмитрий Котов, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачевского района.